Завершилось голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана. Выборы прошли в столичном дворце мира и согласия. Перед началом голосования заместитель председателя Ассамблеи Жансейит Туимбаев открыл 28-ю сессию и выступил с речью. Сессию посетили делегации членов АНК из числа республиканских и региональных этнокультурных объединений, общественных деятелей, научной и творческой интеллигенции со всех регионов страны. Всего в голосовании принял участие 351 член Ассамблеи. Не остался в стороне и председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев. Елбасы отметил, что в этом году Ассамблее исполняется 25 лет и подвел итоги работы организации за четверть века. Ассамблея мы 25 лет бергаре, елдің ішіндегі. Ассамблея уже 25 лет является уникальным органом, который сближает многие этносы внутри страны, воспитывает толерантность, ведет нашу страну вперед. Наши депутаты, избранные от Ассамблеи, являющиеся одной такой организацией, которая поддерживает единство страны, сохраняет права каждого этноса и объединяет вокруг казахского народа. В церемонии голосования за депутатов, избираемых в Мажилис от имени Ассамблеи народа Казахстана, принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. От Ассамблеи выдвинуто 9 кандидатов. Отметим, что в 2007 году в закон были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которым Ассамблея народа Казахстана наделена правом выбрать 9 депутатов Мажилиса парламента. В этом году также был организован процесс голосования. В выборах также приняли участие глава правительства Аскар Мамин и председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматуллин. Городская избирательная комиссия Нурсултана подсчитала бюллетени и подвела предварительные итоги. По ним выяснилось, что все 9 кандидатов набрали необходимые голоса.